Красочные персонажи, веселый сюжет и поучительная история. Все это ждало зрителей спектакля «Трям, здравствуйте». В этом мире фантазии можно запросто придумать целую страну, где сильный не всегда побеждает, а слабый не всегда проигрывает. А при встрече с друзьями говорят «Трям, здравствуйте». Сказка Сергея Козлова уже давно стала классикой. Она о многом, но главное – о верной и крепкой дружбе. Совершенно новый состав детского театра «Гном» отлично справился с задачей и идеей постановки. Медвежонок, играющий на саксофоне, задиристый ежик, взволнованный заяц, яркие характеры персонажей были мастерски переданы со сцены. Под занавес выступления зрителей ждали вкусные презенты и, конечно, хорошее настроение. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.